Да, вновь мы на море. Самое прекрасное, конечно, это море в Тунисе. Чуть-чуть волны появились. С утра вообще так было спокойно-спокойно. Там люди купаются немножко в эту сторону, чтобы поменьше было людей. Вода теплая. О, так не хочется уезжать. Что может быть прекраснее моря, теплого моря? Звук волн очень успокаивает. Можно заказать разные водные экскурсии. Такой песочек белоснежный. Даже комментировать не хочется, а просто слушать. Хочется звук моря. Шум волны. Какой прекрасный отдых у нас. Релакс. Такая вода прозрачная. Хоть и песок, но очень прозрачная вода. Наше путешествие еще продолжается, но осталось уже совсем немного. Мы скоро будем уезжать домой, поэтому наслаждаемся шумом моря, звуком волн. Как это прекрасно!